Я считаю, что мы должны ужесточить контроль над теми, кто контролирует интернет на сегодняшний день, в первую очередь. А что касается такой ответственности за лайки и перепосты, ну, мне кажется, это, вы знаете, если совсем уж так прям не сильно залезать в эту историю, это просто смешно. Это смешно, потому что люди это могут делать под воздействием, в конце концов, усталости, да, там, еще каких-то обстоятельств в своей жизни. Ну, это невозможно. Это неверно.